О, а тут какая-то хорошая девочка живет. Хорошая девочка Маша. Ой, паразиты, это... Ты знаешь, в мое время тоже это писали. И так это и продолжается. Я думала, что с этим делом успокоились. Нет. Ну, а может, это визитка? Все может. Да это шутка. Ну, это дети такое себе позволяют. Ну вот и скажите, при нашей всей истории, вот это вот здесь надо, вот это байду поставили, но уже знаете, они уже скоро на песок залезут. Но вот такое впечатление, что они вот хотя бы ногой туда хотят вступить и сказать, вот это наше, прямо на песке. Но вот зачем строить на побережье такие высотные домины? Это же, во-первых, портит и историю Одессы, и архитектуру, и все. Ну поставьте что-то низенькое, поставьте развлекательные какие-то центры, какие-то гостиницы, но не выстраивать такие домины. Это лично мое мнение. А это раньше был ресторан «Золотой берег». Ой, какой он был популярный, дорогой. Здесь собиралось столько людей. Отдыхающие, приезжие, и наши местечковые. У тех, у кого в кармане что-то было. А сейчас все испортили, уже сделали какое-то кафе. Непонятно, что здесь. Написано буфет-столовая, но, по-моему, закрыто. Буфет-столовая, пожалуйста, как можно было из такого легендарного ресторана сделать буфет-столовую? Вот смотри, море какое штормит. На море шторм, а здесь тихо, ветра нет на берегу. Но очень волнуется море сегодня. Смотрите, какие купола поставили. Там можно зайти, посидеть, заказать себе что-то. Рядом бассейн. Ну, сейчас уже, конечно, холодно. Но посидеть в таком куполе можно. Надо будет как-то зайти, да, Кость? Почему как-то? Да, но не сегодня. Я всегда готов. Это я знаю, что ты всегда готов. Смотрите, сегодня воскресенье, и из-за погоды людей очень мало. Мы были в прошлые выходные, да, здесь просто был аншлаг, забито, вот как на Дерибасовской, вот полностью все забито людьми. Кафешки, бары, все было заполнено. А сегодня погода немножко подкачала, и людей абсолютно мало. Сейчас полюбуемся на море. Еще один кот позирует. Смотри, позирует. Это как наш Чиба? Да. Ну, и зари, к нему все подходят. Ты сиди. Голодный, что ли? Ты что? Это чудо, знаете? Чудо, это да. Не то, что чудо, а ну он жрет, а он так сидит, знаешь, как будто он вообще голодный какой-то. Слышь, ты, блин, ты что, похоронила тебя в корму, блин, да просто знаешь. А ты жрать хочешь? Ну, он злой, он злой. Поэтому он дерется, в драку лезет. Ну, выпусти, выпусти. Ну да, пуси, пуси, видите? А есть хочет. Давайте будем идти обратно. Слышь, ты, мой барвоз, если будешь так драться, ты вообще будешь голодный. Тебя еще фотографируют. А тебе еще будут дать обратно покушать. Ты понял? Во! Что, иди сюда, повинишься. Я в то, что есть. Ну вот, пожалуйста. Предупреждали сегодня, что шторм, что может мины выносить, а ребенок стоит возле таблички, заминировано. И папа его фотографирует. Отлично. Шторм сегодня. Но все равно погода суперовская. Я вообще не жалею, что я вышла. Да? Хоть классная погодка. Да, надо это закрепить.
дали чая покормить. Ну вот так мы собирались. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, оставайтесь.